Что еще важного я должна знать, что я не подумала спросить вас? Что еще важного я, важное я должна понять, что не додумалась спросить? Спасибо. Я думаю, что самое важное, что нужно понимать, как работают ангельские энергии, твои родные энергии, из которых состоит твой внутренний стержень, твоя уверенность, твоя внутренняя энергия, которую ты даришь и несешь вокруг себя. Также нужно не забывать, что у тебя есть крылья, которые нужно заполнять энергией, которые охраняют тебя, защищают и имеют определенные свойства, которые тебе нужно самой изучить и почувствовать, эту легкость и парение. Не допускай до себя чей-то негатив, чей бы он ни был. Пока ты не впустила его в свое сердце и в твою душу, он не твой. А теперь перейдем к ангельским энергиям. Я бы хотел активировать твой внутренний ангельский стержень, который наполнен чистой, белой, невинной энергией, силы, доброты, терпения и радости.